Друзья, привет! Наши друзья с магазина «Кальянщик» дали нам табачка такого интересного. Тыквенный пирог, лайм-персик и еще раз тыквенный пирог. Будем сегодня курить мы на тыкве. У нас сегодня опять Тедди в гостях. Ну так подумал, короче, не хочу я ебаться с этой тыквой. И ебаться с ней будет Дениска. Вот он. Закончил, короче, Денис нашать тыкву. Сейчас будем ее забивать. Начнем взрывать нашу тыквочку. Вот мы ей сделали такую шубку, ебать. Охуенную, блядь. Натурпродукт, блядь. Прям вкус чернозема, блядь. Немного покурив тыкву. В принципе, да, сейчас, когда хорошо прогрелся, раскурился, раскрылся вкус. И довольно неплохо, да. Сладость есть. Прям, блядь, такое, блядь, чувство, как молочная каша какая-то.